После того, как Ford придумал и сделал свой F-150 Raptor, поляна экстремальных пикапов оказалась занята только им одним. Это удивительно, но никто не решался зайти на территорию Raptor больше 10 лет. И только сейчас марка Ram, что отпочковалась от материнского бренда Dodge, представила свой 1500 TRX. При этом Ram решил ударить по конкуренту вовсе не ценой, ведь в пересчете на рубли TRX оказался на миллион дороже Форда с аналогичной двойной кабиной. Хотя, как минимум одно оправдание такому ценнику есть точно – это двигатель. Если шестицилиндровый турбомотор Раптора выдает около 450 сил, то восьмерка Рэма – больше 700. Неудивительно, что новичок поражает ураганной динамикой. Чтобы разогнаться до неполной сотни, ему достаточно 4,5 секунд. А в дрэговом заезде на четверть мили пикап всего на секунду отстанет от уникального Jeep Grand Cherokee Trackhawk. При этом для любителей эффектных разгонов имеется лаунч-контроль. Помимо выдающегося движка, безумная новинка заполучила специальную подвеску для быстрых прохватов по крутому бездорожью. В итоге ходы подвесок выросли на 40%, а дорожный просвет достиг 30 сантиметров. А если по пути встретится брод глубиной до 80 сантиметров, то Ram безболезненно перемахнет через него. Естественно, что под внедорожные подвиги заточены покрышки. Это специально разработанные шины Goodyear внешним диаметром 35 дюймов. А чтобы огромные колеса не сильно выступали за габариты кузова, на арках появились расширители. Из-за них расстояние от зеркала до зеркала выросло сразу на 20 сантиметров. Но если накладки выполняют строго функциональную роль, то остальной обвес работает только на узнаваемость. И действительно, TRX заметно отличается от остальных доджей. Кстати, эффектный выступ защиты днища не только дизайнерский, но и конструкторский ход. Мощная лыжа закрывает передний мост, раздаточную коробку, топливный бак и картер трансмиссии. Конечно, свои отличия есть и в салоне, но эффектная красная прострочка и псевдокарбоновые панели решено предлагать за доплату. Без них интерьер будет строго черным. Что же, как говорится, на вкус и цвет. Главное, чтобы сама модель пришлась клиентам по вкусу, ведь не зря эту грядку до этого не окучивал никто, кроме Форда.